Детский сад номер 12 вновь открыл свои двери для воспитанников. Он заработал в прежнем режиме после капитального ремонта. Наша съемочная группа увидела, как масштабная реконструкция преобразила учреждение. В старейшем детском саду в Октябрьском вновь голоса малышей. На протяжении нескольких месяцев строители трудились над тем, чтобы внешний вид здания и его помещений не выдавал солидный возраст дошкольного учреждения. Нина Ольхова работает здесь более 20 лет. Сегодня впервые после ремонта зашла в родную группу. До ремонта не было у нас, отдельно раздаточной не было, как бы все это находилось в группе. Стены были, конечно, другие, окна, батареи были очень старенькие такие еще. Вот. Полы были в таком состоянии, они вот ходуном ходили. Мебель была старенькая. Сейчас, конечно, все красиво, все чисто, новое. В обновленном актовом зале тем временем первый праздник. Капитальный ремонт объекта образования имеет большое значение для всего поселка. Проделанная работа избавила от очереди в детские сады малышей от 3 до 7 лет. Буквально за какие-то полгода проведены серьезнейшие работы, заменены все коммуникации, кровля, утеплен фасад, укреплены все перекрытия, заменена электрика, водоснабжение, канализация. Конечно же, работа была очень серьезная. Спасибо также подрядной организации. У нас в перспективе еще есть одна тема. Мы решим строительство школы, там тоже будет детский садик. Мы тогда решим вообще проблему Октябрьского, что и ясельные группы тоже будут решены. Отреставрированный детский сад открыл свои двери для 270 воспитанников. Его мощности позволят принять еще 30 детей. История дошкольного учреждения, построенного в довоенное время, продолжается, но уже в новых стенах. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.